Вот такой манеж в городке. Бывший манеж, конечно же. Тут учились на кониках ездить. Поэтому манеж он так и называется. Вот, на лошадках тут рцевали. Очень старые времена. А сейчас только остались стены от манежа. Но здание очень симпатичное, надо заметить. Необычное. Такая арка. Своды, так сказать, очень высокие. Надо заметить, не допрыгнешь, уж точно. Вот. Такое архитектурное сооружение. Прям, по большому счету, напоминает мне триумфальную арку в Барселоне немножко. Такого типа я видел. Такого же. Такими узорами, скажем так. Только, наверное, там чуть побольше. Но вообще смешно. Угу. Красота. Неописуемая.